Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снимем ролик, который разоблачит тот горящий шоколад, который сейчас по интернету блядь. Вот смотрите, купили сегодня российский шоколад, как был там, 70% какао. Купили сегодня, вот, 30.03.18 года, пятерочки. Вот мы его раскрываем, разламываем и будем пытаться поджечь. Вот пытаемся его поджечь, и он горит. Да, разоблачить не получилось. Слушайте, ну на самом деле горит. Вот это вот шоколад. Такой шоколад мы едим. Да, вот видите, горит. Горит. Он горит. Да, дым на самом деле неприятного запаха. Очень неприятный. Ну все, разоблачить не получилось.